О да! Пробудился. Я только что это и сказал. Прости, я упустила момент. Да, испортила момент. Ну, хочешь, начнем заново. Да, не помешало бы, чтобы этот момент был более торжественным. Ты серьезно? Хочешь, чтобы я начала все заново? Это было бы неплохо. Ладно, ладушки. Спящий пробудился. Недостаточно чувственно. Спящий пробудился. Моя сфера. Я не чувствую свою сферу. Это проблема? В моей сфере находятся мои силы. Верни мне мою сферу, и я дарую тебе армию нежити. И вместе мы погрузим королевство во тьму. Клёво. Отправляйся в руины старого Ингрида. Там должны знать ее местоположение. Возьми с собой в помощь рыцарей тени. Ну да, жутковато. С их помощью никто в этом королевстве не сможет тебя остановить. Держитесь теней, держитесь теней. Чисто. Да что ты делаешь? Ты выглядишь как упоротая летучая мышь, блин. Это называется быть готовым. Взять с собой веревку, вот что значит быть готовым. Веревку. Она опять устроит французский поцелуй с Элитидом. Мне не нужна веревка. Будучи плутом, я от природы подготовлен ко всему. Все, что мне нужно, это мой разум и мой кинжал. Хороший набор отмычек. Не помешает немного масла и 10-футовый шест. 10-футовый шест нужен всегда. Оно здесь. Вы даже не представляете, как часто моя бдительность, скрытность и другие навыки спасали вас. Кажется, где-то здесь кричит гиена, довольно женственная. Терпеть не могу, когда они ссорятся. Поскольку я тут лидер, у меня складывается ощущение, что я плохо работаю. Хотя это не так. То есть, я паладин, священный воин и избранный. Когда я была юной, мой отец сказал мне, что мне было предсказано спасти мир. Каждую ночь, когда он укладывал меня в постель вместе с мистером Пушистиком, он говорил мне о моей судьбе. Я скучаю по нему. И мистеру Пушистику! Буквально все пушистое напоминает мне о нем. Я люблю пушистые штуки! Я сказала, оно здесь. Ну так, круто, бери, потому что мне хочется в уборную. Я говорила тебе, сходи туда до похода в подземелье. Ну до похода мне не хотелось. Здесь. Да мы тебя слышим, бери и пошли. Уже стоит сначала осмотреть на наличие ловушек. Ты чё, теперь полезный? Обычно, всякий раз, как ты хочешь проверить наличие ловушек, ты их активируешь. Что очень опасно для моих волос на лице, потому что это их поджигает.
Да это было один раз, нормально же отросли. Ну так я беру это прямо сейчас. Да всего один момент, и я все проверю на ловушке. Окей, готовы. Окей, я все проверил, бери. Мне очень надо идти. Бери и пойдем. Просто хочу, чтобы все знали, что я не беру на себя ответственность за все, что произойдет дальше. Мы вообще не ожидаем от тебя ответственности за что-либо, так что... Я танцую. Хорошо, но то, что произойдет далее, не моя вина. Я боялась, что произойдет что-то стрёмное. Никому не двигаться, это может быть ловушка. Сукин ты. Эй, спасибо, что нашел ловушку. Скиньте мне веревку. Боже ж ты мой. Это не астромагия, это подземелье. Мы заходим, убиваем монстров, берем сокровища, уходим, повторяем это в другом подземелье. Иногда мы получаем больше, иногда мы получаем меньше, но мы всегда убиваем монстров. Как вы думаете, надоедливые плуты могут считаться монстрами? Но нам повезло, что кто-то подумал наперед и взял с собой веревку. Привяжи это куда-нибудь. Поторопитесь! Я чувствую, как вокруг меня движутся тени. Я бросаю! Я сказал веревку, а не фонарь. Ты что сделала? Ты сказала привязать ее куда-нибудь. Да, к чему-то большому. Может, поможете? Потому что я горю. Прости, я пыталась помочь. Прекрати помогать, ты это отвратительно делаешь. Да, в этом он прав. Если хочешь быть полезной, я порекомендовал бы тебе достать немного воды. Я могу помочь. Что? Да. Даже не смей. Убери это сейчас же. О нет. Извини! Слышать этого не хочу. Мы найдем тебе другой плащ. Или что там у тебя? Мне не нужен плащ, мне нужно сокровище. Извини. Магический амулет для меня. Ну боже. Я... Избранная. Своим папочкой для спасения мира. Ты говорил об этом уже 1000 раз, хватит уже. Слушай, мне по барабану. Избранная ты или нет, я здесь ради лута, и у меня его нет. В чем смысл вообще этого похода в подземелье? В нем не было ничего, кроме нескольких слизней и едва ли ценного амулета, предназначенного для избранной, кое являешься ты. Где же лут? В чем смысл? Избранная? Избранная для себя? Бессмысленных заданий и пустых сундуков? Мне это уже поперек горла стелит. Нам нужно собраться и отправиться на настоящее задание с настоящим лутом. И, откровенно говоря, ничего из этого не предвидится. Помогите! Помогите! За мной гонятся зомби! Медленные зомби. Мишени не более. Время попрактиковаться. Перевел Ричард Арнор, озвучено в странном местечке. Если вам понравилось, подпишитесь на канал. Если вы хотите еще, поставьте лайк. Ну и в закрепленном комментарии под этим видео есть ссылка, по которой вы можете перейти и помочь каналу. До новых встреч!